Приветствую вас. Я думаю, что начать нужно с того, чтобы сначала как-то вообще определить, что вы имеете в виду, говоря что вы в детстве не были обречены на успех. То есть, что это такое вообще? Что это значит? То есть, свою девушку вы воспринимаете как возможность добиться успеха. Я правильно вас понял? То есть у вас есть определенная неуспешность, вы себе сомневаетесь и используете какой-то степени девушку для того, чтобы вот добиться успеха. Если так, то ситуация крайне нехорошая. По крайней мере, для ваших отношений, потому что выстраиваются они сейчас не на самых лучших, на мой взгляд, основаниях. Вот. Дальше. Следующий момент. Ваш вопрос, к сожалению, является корнем неверным. Потому что ни одни отношения нельзя гарантировать, ни одним отношениям нельзя гарантировать длительность. Вот. До самой, как вы говорите, смерть. Потому что отношения могут закончиться, и это абсолютно нормально. То есть абсолютно нормально, что отношения могут завершиться, вот, завершиться отношения могут достаточно неожиданно, достаточно быстро, вот, и это абсолютно нормально и естественно, вот. Ну, вообще, абсолютно нормально и, естественно, подобно. Другой вопрос. Для чего вам, зачем вам, чтобы отношения длились до самой смерти? Какая в этом именно ваша потребность? В чем здесь именно ваша нуждаемость? На мой взгляд, на этот вопрос нужно найти ответ. Иначе получается, что вы в отношениях
условно говоря, нуждаетесь. И нуждаетесь вы в них через чур. Вот. А это не очень хорошо. Для вас, по крайней мере. Вот, ну то есть это некая зависимость, скажем так, ваша от отношений. Чтобы максимально продлить отношения, необходимо быть максимально свободным в них. Ну, то есть, в отношениях необходимо быть свободным. Для того, чтобы быть свободным в отношениях, нужно быть естественным. Для этого необходимо иметь в целом четкий ориентир по своей жизни, куда вы, например, направляетесь. Куда вы двигаетесь по жизни, что вы хотите по жизни и так далее. То есть это очень важный момент. Идти по жизни самостоятельно. А не в контексте с, не в контексте с человеком. Это и есть, наверное, то, на что вам необходимо обратить свое внимание. Это и есть то, что может обеспечить вам максимальное продление отношений с вашим партнером. Хочется сказать, конечно, что у вас достаточно большая разница в возрасте. Вот. Все-таки вам 21, вот, а девушке 16, вот, я думаю, что это может стать проблемой, особенно когда девушка будет, например, взрослеть, вот, особенно когда девушка будет меняться активно, вот, но если вы уже сейчас озаботитесь поиском своей собственной цели, если вы уже сейчас озаботитесь тем, чтобы находить свои ориентиры и будете демонстрировать это девушке, что она делала так же, то у вас есть все шансы свои отношения максимально продлить, но за то, что они будут до самой смерти, никто отвечать не может. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вы хотите получить дополнительную информацию более индивидуально, вам необходимо побеседовать с психологом, чтобы узнать лично вашу историю, сделать определенные выводы и дать конкретные рекомендации. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.